А сейчас тайны явлений и вещей. Нас окружает много такого, во что интересно всмотреться повнимательнее, вооружившись последними достижениями науки и техники. Большое количество сахара в рационе приводит к называемым процессам гликации коллагена. То есть, когда нормальный коллаген превращается под воздействием сахара в такую тоже жесткую, неэластичную структуру, которая уже не выполняет своих функций. Чтобы подстегнуть ток крови в сосудах, придумано много способов. Вот, например, популярный баротренажер, который тестирует наша Катя Кондратьева. Устройство создает пониженное давление, за счет которого, как уверяет реклама, нагрузка во время упражнений увеличивается. Мнения наших подписчиков, многие пробовали прибор, в социальных сетях разделились. Кто-то не заметил особого эффекта, а кому-то, как и нашей Кате, очень понравилось. Вакуум усиливает нагрузку, вам становится ходить тяжелее. Это эффект ходьбы по мокрому песку. Поэтому калории вы сжигаете больше, целлюлит разглаживается, и ваша кожа становится более гладкой.